Доброго времени суток, друзья. Здравствуйте, гости, подписчики канала. Сегодня на обзоре две вот такие вот лесочки с AliExpress, плетеные, значит, с громким названием Killers и Gunre, или как там, или Guture, или Goture. В общем, короче, вот такое вот название в этой леске. Они, правда, немножко разные по толщине, поскольку здесь 8-либровая, а здесь 15-либровая. Вот. И, скажем так, вот эта лесочка немножко Killers, да, которая, ну, скажем так, с громким названием от вот такой вот фирмы, она подешевле, чем вот это будет. Вот. Но и тут очень хорошие отзывы. Тут вообще все отзывы идут только положительные. Значит, с нее и начнем. Стоит она там до $5, меньше 4 с чем-то. Вот. За 164 ярда, ну, 150 метров. Вот. Это четырехжилочка. Вот так вот она выглядит. Вот так выглядит бобинка. Ну, внешне, скажем так, ну, не внешне, да, так на ощупь и так далее. Она, ну, мало чем отличается, допустим, от других таких же китайских лесок. Она вот, видите, вот стоячком пока стоит. Но я так подозреваю, что это пока только пропиточка. Но она вот чувствуется, что она будет мягенькая. То есть она не колообразная изначально. Хотя вот сейчас она немножко такая вот и стоит на... ну, на пальце, да. Значит, что можно сказать? 0,8, 15 либров, это сколько там? Ну, приблизительно 7, может быть, чуть меньше килограмм. Вот. 0,14 по диаметру. Насчет 0,14 мы поглядим. Визуально она, конечно, немножко толще. Вот. Но это мы сравним с калиброванными лесками, которые произведены в Японии. Вот эта вот лесочка, да, ну, тоже позиционируется. Кстати, и это можно ловить в морской воде. Вот. Тут она, если брать ее, допустим, 150 метров, но она здесь 300-метровой размотки, то она, в принципе, даже побюджетнее, чем это. Но если брать вот катушку, да, как катушку, вот, то она там в зависимости от толщины, она стоит от 7 до десяточки. Вот такая вот она. Упаковка на ней. Всевозможные есть. У нее тут выбор, по-моему, от 0,15, что ли. Вот. Ну, посмотрите, я ссылочку оставлю, а вы зайдете, глянете, кому какое есть. А, по-моему, от 0,15 то до 8,0. То есть, как бы, ну, выбрать есть из чего. Вот такой вот, ну, неярко-синий цвет. Вот. Заявлена она здесь на катушке 0,07 миллиметра, вот, 380 ярдов, 8 либров. Ну, насчет 0,07 миллиметра, это мы поглядим, потому что я, как бы, в сказки слабо верю, давно уже взрослый, трое внуков, поэтому и внучка. Ну, да, она, конечно, тоненькая, вот, тоже вот приблизительно они одинаковые, ну, на ощупь. Вот, скорее всего, есть какая-то пропиточка. Вот. Но сейчас мы возьмем стандартно. Ну, последнее время я пользуюсь так, одной тонкой. Вот такой вот фаворитовской Smart, да, по EX4, которая 0,117 делается на Sunline. И вот таким вот брейдом, ну, короче, это хоть и восьмижилка, но полторушка. В общем, сейчас посмотрим, чего и как. Сделаю макросъемку, и мы убедимся, насколько оно приблизительно соответствует тому, чего пишется. Значит, смотрите, самая нижняя — это восьмижилка от Ибиса, от фаворита, да, которая 1,5. Ну, во всяком случае, на ней так написано. Вот это у нас идет киллер, который 15 либров на разрыв. Вот можно их приблизительно сопоставить.
Вот. Ну, чтобы понимать для тех людей, которые захотят заказать. Да, она как бы... Ну, в принципе, я не знаю. Допустим, вот по судаку можно ее использовать легко. На фидер то же самое. Тем более, учитывая ценник, ну, более чем бюджет и без всяких заморочек. Значит, вот это уже идет, которая, как она, Гатуре Fishing Line, да, вот скажем так. А вот это сверху идет уже Smart. Тоже четырехжилка, которая 0,117. Ну, то есть 0, меньше 0,12. Вот вы можете сравнить вот эту лесочку и вот эту. Я так, ну, просматривал ее через увеличительное стекло. Не скажу, что они там супер-пупер сильно отличаются, да, кардинально как-то. Вот, да, вроде бы желтенькая потоньше, но не супер-супер критично. Поэтому я и говорил, то, что там написано 007, это для меня еще как бы, ну, ну, в принципе, скажем так, это уже близко к тому, чего нужно. Тут они уже ничего не скажешь, научились делать. Что можно сказать по этим лескам? Я не могу сказать, что то, что на них написано, я имею в виду по толщине, это прям вот, ну, им бы еще научиться не врать, но врут все. Это однозначно, японцы тоже брешут по поводу там диаметров и так далее. Ну, в принципе, повторюсь, это уже, как говорится, не канат. И, скажем так, ну, если не сравнивать с более тонким, это очень даже достойно тоненькая лесочка. Учитывая еще 8 либров, условно говоря, там 3,6 килограмма, то, в принципе, да, можно поставить ей знак «плюс». Вот, а учитывая ценник, разницу с японцами, которые именно за такое же возьмут, ну, как минимум в 2 раза дороже, то, в принципе, как бы лесочка очень достойная. Повторюсь, для чего я это делаю? Никого не уговариваю покупать. Но для, если вы вдруг захотите купить эту леску, или эту, или какие-то другие лески, которые находятся, ну, которые я обзорил, да, то, в принципе, вы будете смотреть на ихнюю таблицу, на китайскую, да, на их на сайте, и будете понимать, насколько это соответствует, ну, или хотя бы приблизительно соответствует жизненным реалиям, поскольку, ну, вот это вот уже, извините меня, это шнур 100 лет в обед ему, и, скажем так, многие его держали в руках, у многих его юзали, он был, и понятно, какого он диаметра, если на нем написано, вот, одинаковая, в принципе, разрывная нагрузка 8 либров. Здесь 3,6, и здесь должно быть 3,6. Это тоньше, однозначно тоньше, но не супер критично, повторюсь. А если вы, ну, скажем так, не очень опытный рыболов, то, в принципе, это очень неплохой вариант. Очень. Условно говоря, за адекватные маленькие денежки, притом доставка бесплатная, вот, вы получаете нормальный шнурок. Ну да, он чуть толще. Но опять возьмите, зная о том, что он чуть толще, если вам нужно реально тоньше. Возьмите не 0,8, возьмите 0,6. И будете понимать, чего и сколько и куда. Вот, как-то так. На этом все. Спасибо, если вы были со мной. Кто уже сам лично проюзал, есть какие-то впечатления, пожалуйста, пишите. Вот, но пишите развернуто. Слово «говно» и «точка» я не воспринимаю. Если вам что-то не понравилось и какие-то претензии, пожалуйста, пишите, чтобы человек, который будет читать ваш комментарий, понимал, почему вы сделали такой вывод. А просто кинуть какашку на вентилятор. Ребята, у меня тут очередь стоит из таких. Надеюсь на адекватный комментарий. Спасибо большое, если вы были со мной. Всем мира добра, не болейте. Всем пока.